Друзья, большой вам привет! Мы строим игровой лего-центр в депо. Как я вам и сказал, мы открываемся в воскресенье, 21 августа. Жду всех на грандиозное открытие. А теперь пойдемте, я вам покажу, как мы строим наш потрясающий лего-город. Прежде всего, вы уже видите, мы начали располагать здесь витрины. Здесь будет часть музея Брикстар. Далее, слева, вы видите уже, как выстраивается сама концепция нашего города из 8 столов. Ну а вот и главные архитекторы. Женя, здравствуй. Здравствуй. Женя, это администратор депо, вы будете его неоднократно здесь видеть. Это Гоша, Гошу вы уже знаете прекрасно. И ребята, красота какая, смотрите, распланировано все, так называемый террейн города, план депо и большое количество пластин. Мы их сажаем на двусторонний скотч для того, чтобы ничего у нас не двигалось, так как двигаться не должно. Друзья, ну вот мы начали, вот взялись и активно строим город. Гош, это ты его два уровня, да, получается, да, сделал? Да, двухэтажный магазин лего. Магазин Брикстар, мы еще наклеечку на него прикрепим. А так, господа, смотрите, у нас идет пожарка, здесь модульники, здесь стройка, полицейский участок, универмаг. В общем, мы взялись за город, сейчас активно работаем, готовимся открываться. Также над витринами параллельно мы тут колдуем. Будет ретро, будет Ideas, техник, Nintendo здесь встанет, там Star Wars и так далее. Что изменилось? Мы сейчас с ребятами, конечно, активно работаем над городом. У нас уже появляется аналог Венеции. Здесь Гранд-отель. Много достаточно наборов. И мы придерживаемся такой схемы. Это, конечно, игровой город. Но тем, кто постарше, должно быть интересно, например, оценить модульники. Раскрыть их, посмотреть. Гош, тебе очень интересно? Да, это удивительно просто. Классный, ну, это, конечно, город. Супер наиграно было. Но на самом деле мы тут, когда с ребятами сидим, мы впечатляемся. Мы впечатляемся, потому что... Ты впечатляешься, Жень? Да, я вообще впечатлен. Я впечатлен и экспозицией, и городом. Город вообще суперский. Внутри много-много аксессуаров, много-много разных интересных фигурок, которыми можно поиграть. И можно везде сделать свои сценки. Слушайте, на самом деле, да, доступ с нескольких сторон к городу у нас будет. Также сейчас мы создаем парк. Более того, идет подготовка для нашего Чайна-тауна. Идет подготовка для... Что это у нас? Арктика. Мстители отсюда уйдут. Будет Марвел, будет Гарри Поттер. Там уже гениальная просто самоделка Георгия. Без преувеличения. Очень мне понравилось. Я уже вам ее показывал. Майнкрафт. Обернемся. Еще два игровых стола. Ох, фанаты Ниндзяго, кайфуйте. Легендарные спиннеры для вас. 2011-2012 года. Все здесь. Играйте. Будем устраивать турниры. Зона станс, также будут Hot Wheels. Ну и для тех, кто постарше, конечно, сейчас уже начинается работа над нашими сьютами, где будет настоящая тусовка легоманов. Город наш становится больше. Обратите, пожалуйста, внимание, да. У нас квартал из серии Friends, что-то вроде загорода, а здесь уже парк аттракционов. Далее, тут началась работа над Ниндзяго, встанет второй храм огня. Встанет бамбуковая роща, Гарри Поттер потихонечку играет, Марвел, там, соответственно, Марвел, да. И вот тут зона станса, ребята, зона станс, мы сейчас над ней работаем, можно будет соревноваться с друзьями. Ребята, следующее включение, у нас встали огромные ростовые фигуры. Также мы поставили игровой лего-стол, продолжаем для вас заполнять витрины. Ну а в игровой нашей главной зоне города, сейчас вам покажу, что поменялось. Во-первых, у нас есть метро, наш поезд, он будет ездить внизу, под городом. Также у нас сейчас идет восстановление набора «Звезда смерти», по понятным причинам. Арктика. Ниндзяго у нас, обратите, пожалуйста, внимание, как прикольно обыграна тема, да? Осталось сюда добавить еще одного дракона, и будет, мне кажется, просто пушечная композиция. Далее погнали по городу. Видим, что у нас уже образовался что-то вроде загородного квартала. Основная часть города, где появился Санктум Санкторум, где очень, ребята, много прикольных домов. Далее обходим. Пожарная станция, больница, зона пляжа с отелем. И далее пошла уже водная тема. Затем столик с Марвелом. Главный прикол в том, что находится внутри. Большое количество дорогих наборов.
Реально, там куча квинджетов и так далее. Тоже можно все потрогать, посмотреть. Кто помладше, поиграть. Кто повзрослее, друзья, вы же понимаете, что эти все наборы, они в основном-то крутые. Их можно брать, рассматривать. В зоне Майнкрафта вообще первые наборы из 2014 года. В том числе и пустынная застава, и шахта. Еще кое-что сюда встанет. Гарри Поттер — это предпоследний и последний Хогвартсы. Вообще, ребята, красота, я считаю, настоящая. И также по поводу станц, мы здесь сделали трак. Запускаете мотоциклы, и далее они у вас взлетают в это кольцо, и, возможно, у кого-то они долетят до города. Ну что ж, друзья, как вы видите, работа идет. У нас классный лего-город для тех, кто помладше, и крутые игровые зоны и витрины для тех, кто постарше. Мы рады всем. Игровой центр Депо, открытие 21 августа. До встречи!